33-летняя актриса порадовала поклонников. Ольга Дипцеева показала пикантный курортный кадр на песчаном берегу. После успешного комедийного фильма «Клима Шипенко» к звезде приковано повышенное внимание. Ольга привлекла внимание зрителей своей красотой и аппетитными формами. В период карантина актриса, как и многие коллеги, осталась без работы в условиях самоизоляции. Однако она решила, что это не повод для грусти и меланхолии. Дипцеева обнародовала сочный снимок, сделанный во время отдыха в Таиланде. Красотка предстала в ярко-красном купальнике с игривыми завязочками. Откровенный пляжный наряд подчеркнул все достоинства ее фигуры. Ольга позировала на качелях на фоне голубого океана. Она была практически без макияжа с мокрыми после купания волосами. Звезда сериала «Любовница» подалась ностальгическому настроению о времени до пандемии коронавируса. Что нам еще остается? Перебираем архивы и вспоминаем отдых, заметила Дипцеева. Поклонники артистки щедро осыпали ее комплиментами. Детка, ты безумно хороша, красотка. Люба, дорого посмотреть, вы просто бесподобны, можно любоваться бесконечно, глаза нереальные, и губки, и грудь, и попка. Обожаю на тебя смотреть, смазливая девочка, и очень завидую твоему мужу, форма прекрасная, богиня секса, написали фолловеры Ольги. Ольга счастлива в браке с бизнесменом по имени Роман. В декабре прошлого года они впервые стали родителями. У супругов появилась дочь. Актриса констатировала, что ей нелегко дается быть запертой в четырех стенах. Она дала практичный совет всем, кто находится на самоизоляции. «Я поняла одну свою важную потребность. Мне нужно какое-то время каждый день быть одной. Без мужа, без ребенка. Иначе у меня начинает накапливаться раздражение. Мы ввели дома такой режим, что каждый из членов семьи остается в одиночестве в течение дня какое-то время. И мы не лезем к нему с вопросами, просьбами и советами. Стало гораздо проще и легче. Советую вам тоже вести такую практику», — рассказала звезда. Дипцеева призналась, что они с семьей решили уехать из Москвы. «Какие здесь майские, если выходить можно по пропуску строго два раза в неделю», — пожаловалась она. Ранее Ольга призналась, что муж плакал, когда она рожала. Партнер Дипцеевой по фильму «Холоп» Милош Бикович на время карантина скрылся в Сербии. Актер сделал откровенные признания о личной жизни и сексе с девушками.